Промышленный районный суд сегодня начал рассматривать дело о разбойном нападении на школьников. Все произошло в феврале этого года на Маяке. По версии следствия, 38-летний мужчина подкарауливал детей возле школы, угрожал им ножом и требовал отдать телефоны и деньги. Ольге Патрушевой удалось пообщаться с мамой одного из потерпевших и восстановить всю картину случившегося 13 февраля. Позвонил директор школы и сообщила, что вот произошла ситуация такая, на ребенка напали, пытались отобрать телефон, когда он ушел в школу. После таких слов Наталья больше не могла оставаться дома. Своего ребенка в школе она застала испуганным и в слезах. Долго ребенок отходил от шока? В силу своего возраста, наверное, может, как-то еще как приключение это оказалось. Первые сутки еще перепугана была. Потом на следующий день уже с друзьями созванивался. Вы с опаской потом отпускали ребенка в школу? Ну да, и сама. Ну что, как-то вечером стараемся никуда не ходить и возвращаться. Хотя это все было днем. Все случилось, когда ребенок шел на занятия во вторую смену. Незнакомец его встретил буквально в 100 метрах от школы. После мальчик сразу же сообщил обо всем педагогу. Неожиданно его остановил рукой в грудь. В это время достал нож и спросил: «У тебя телефон есть?» Мальчик напуганный сказал «да» и вытащил телефон из кармана. Потом он спросил: «А деньги у тебя есть?» Он говорит, он в это время знал, что эти деньги надо на ремонт маме сапог. И тем не менее сказал: «Нет, денег у меня нет». Вот. Он спрашивает: «А что у тебя еще есть?» Мальчик говорит: «Я достал ключи от дома». Он говорит: «Я даже не знаю, почему я это сделал». Он говорит: «Вот у меня только ключи есть». Он говорит: «Нет, это оставь себе». И развернулся с ухмылкой и ушел дальше. По версии следствия, 13-летний учащийся 40-й школы стал первой, но не единственной жертвой Спицына. Как следует из материалов уголовного дела, в тот же день здесь, на улице Культурной, он напал на еще одного школьника. Также, угрожая ножом, он требовал отдать ему все ценные вещи. Однако мальчик не растерялся, стал кричать, чем и напугал преступника. Добычей рецидивиста стал один единственный телефон ценой в 5000 рублей. При розыске полицейские предположили, он захочет от него избавиться. Так и вышло: подозреваемого, а теперь уже подсудимого, задержали на Славянском базаре. Сам он вину свою отрицает. Но здесь же вина не доказана. Но о чем вы говорите? Зачем вы спрашиваете? Вы знаете свою вину, да? Суд не установил его вину. Давайте прощаться. Суд пока не установил его вину. Заседания по этому делу только начинаются. Но потерпевшие сразу после задержания опознали в Спицыне своего обидчика. Запомнили яркую примету. Мужчина, огромный шрам во всю тыльную часть ладони. Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время.